Привет. Ну что, я думаю, это будет предпоследний или даже последний влогмас. После 20 чисел декабря я буду снимать новогодние утренники в детских садах, а потом мы собираем чемоданы и летим домой на родину. Этот Новый год мы справляем с родителями в Сибири. Так что практически финишная прямая, до праздников осталось совсем немного. За прошедшие дни мы все так же ходили в спортзал, все так же кушали мандарины, все так же я периодически бывала в кофейнях, когда это было мне нужно. А в этом видео я хотела бы вам рассказать про еще некоторые мои уловочки для получения праздничного и новогоднего настроения. Как ни крути, а гаджетами мы пользуемся постоянно – ноутбуки, планшеты, телефоны. И я не представляю, как можно не поставить новогодние обои на все свои устройства. У меня, наверное, даже нет такой зависимости от соцсетей, как зависимость от перемены обоев. Я, наверное, меняю их раз в неделю точно. Раньше, когда у меня было много скачанных картинок, у меня было рассортировано по временам года. Сейчас, когда я все очистила, и всего осталось по 50 штук и на телефоне, и на компьютере, они все в куче. Но рождественские – это все равно отдельная вещь. Уже много лет я скачиваю все обои с сайта Unsplash, потому что я не понимаю, как можно пиксельное сжатое изображение поставить на рабочий стол или на заставку. Очень важно, чтобы все было качественно, чтобы это был оригинал фотографии, который выложил сам фотограф. Сайт удивительный, всем советую. Unsplash.com. И отдельно мной обожаемая Энни Спратт. Я, наверное, все ее фотографии пересмотрела, и 90% обоев, которые я использую, автор у них она. В этом году я как никогда много делаю новогодних праздничных снимков с боке, с елочкой, с блестюшками, с огоньками, со свечами, с игрушками. Мои фотографии тоже можно использовать для обоев. И, кстати говоря, о фотографиях. Завтра я заберу свои из печати, которые отбирала про 2019 год, и оформлю альбом. Ну и последнее, что у нас осталось для настроения, это книги. Я обещала о них вам рассказать. Единственное, что я читаю в декабре и январе, это книги про Хюгге. Про Скандинавию, про Данию, про Лагом, про спокойный умиротворенный образ жизни, разные истории людей, которые вместе собираются в семейном кругу, смотрят на камин и так далее. Меня это так успокаивает, я не могу читать ничего из этого в другие месяца, но в декабре, перед Новым годом, я вот прямо... Помню, однажды я пыталась почитать и сказки Диккенса рождественские, и еще какие-то произведения, но они такую грусть навевают, и... Не знаю, легких новогодних книг, вот таких художественных имеется в виду, очень мало. Если вы знаете такие книги, поделитесь, пожалуйста, я с удовольствием их почитаю. Но главное, это должно быть что-то легкое, потому что грусти... Я не думаю, что это время для грусти. Еще с 2011 года, в январе, в самых первых числах, я перечитываю Яну Франк «Муза и чудовище». Еще у меня есть ее книга «Муза, где твои крылья?». 8, уже 9 лет назад я случайно на нее наткнулась, и она произвела на меня такое впечатление, что вся моя любовь и страсть к блокнотам, к взрослому уже осмысленному рисованию, к каким-то увлечениям, к вдохновению, вообще к творчеству, это все... сформирована и открыта ей. После этой книги я поняла, что в этих увлечениях нет ничего детского, мне за них не стыдно, я хочу и буду этим заниматься. И по возможности сделать это своей, ну, если не профессией, то своим заработком. В общем, Яна Франк замечательная, ее книги тоже. Бумажный вариант я приобрела 2 года назад, и то купила их не в магазине, а на Авито, перекупила у девушки. В идеальном состоянии книжки, и, естественно, они вышли гораздо дешевле, чем стоили бы в магазине. Практически у всех людей есть традиция, связанная с фотографией. Некоторые делают каждый год прикольный снимок на годовщину или на день рождения. Все фотографируются в такого рода праздники. На Новый год обязательно нужно сфотографироваться всем вместе. Но вот у меня, помимо всего вышеперечисленного, есть еще пунктик насчет просто праздничной фотографии, к которой можно возвращаться из года в год.
У меня был снимок 2016 года, который мне очень нравился. Я его ставила на аватарке в соцсетях в декабре. И тоже, опять же, когда заходила, у меня сразу поднималось и настроение. И как-то все выглядело по сезону. В этом декабре я решила обновить эту традицию, сделать другой снимок. Я оставила книгу, оставила себя. Вместо бокала добавила мандарин. И вот что получилось. Наверное, вчера я задумалась, почему именно сейчас у меня все получается так атмосферно и здорово, и я действительно наслаждаюсь этим декабрем, этой зимой, и вообще все замечательно. Я анализировала многое, и вот о чем хочу поговорить. Между нарциссизмом, эгоцентризмом и наслаждением своей жизни огромное расстояние, это полярно разные вещи. Можно любить себя и при этом не пялиться в зеркало каждые 5 минут и не делать миллион селфи. А можно все это делать и не любить себя. Можно работать и думать, ну что же-то я буду в свободное время тратить на какое-то нарисование, на какое-то творчество. Я ведь работаю, буду в выходные дни тоже думать о работе и вообще посвящу себя всего одному делу. А можно добавлять в жизнь разнообразие и быть многогранным, интересным человеком. Если вы заняты одной работой, это не значит, что вы неинтересный человек, просто вы другой. Нельзя всех судить одинаково, каждый человек разный. И секрет удовольствия от Рождества, Нового года, от своей жизни в том, чтобы не сравнивать себя ни с кем, никому не завидовать. И самый легкий способ добиться этого – это ни за кем не следить, никого не смотреть на Ютубе, ни за кем не следить в Инстаграме, быть подписанным на малое, очень маленькое количество людей, которые не вызывают негативные эмоции, которые только вдохновляют, которые вызывают, если и зависть, то белую зависть. Вызывают зависть, которая подталкивает к изменению своей жизни, к улучшению ее. И по сути этот декабрь такой удивительный, потому что я поглощена собой, поглощена нами, нашей жизнью. Если мне хочется смотреть фильмы из детства, я их смотрю. Если мне хочется слушать музыку и рисовать, я делаю это. Если я запланировала транслировать это все на YouTube, в Instagram, куда угодно, и не копировать никого, не подражать никому, а делать все по-своему, то я это делаю. Идея самих лумосов, конечно же, не моя, это все древняя вещь на YouTube. Но перед тем, как начать это снимать, в ноябре я просмотрела несколько вариантов того, что делают другие. И меня поразило, насколько это не то, что бы делала я, когда первый день – это шопинг. Они покупают пижамы, какие-то игрушки на елку, хотя дома и так чемоданы этих игрушек, все шопинг. Второй день они разбирают этот новогодний шопинг, достают, показывают подписчикам и так далее. И у этого миллионы просмотров. Да плевать на эти просмотры. Просто я так не хочу. И вот то, что получилось и получается у меня. Вы почувствуете сильнейшее прозрение и свободу, если правда перестанете гнаться за кем-то и завидовать кому-то, а просто станете собой. И прислушиваться будете к себе. В этом и секрет хорошего настроения на Новый год и праздничного ощущения. Слушать себя, то, чего хочется. А если не хочется ничего, это тоже нормально. Либо вы плохо замотивированы и не тем себя окружили. Почистите информационное пространство в первую очередь, мой вам совет. На сегодня все. Может быть, еще что-то сниму завтра. Как буду оформлять фотоальбом, точно. Ну а пока, пока. Thank you.